как таковых храмов очень мало. Храм в натуре нужен. Объясни, почему ты считаешь, просто что нужно строить храм? В Екатеринбурге 1,5 миллиона жителей, большинство из них православные. Храм, ну храмов, соглашусь, я много в Екатеринбурге, но если, например, взять, есть такое понятие у нас, у православных, причастие, когда много народу идет в церковь, и много народ толпится просто в одном храме. Храмов, как таковых храмов очень мало, тем более выходили представители церкви, они по сути говорили отдельные слова, потому что храм в натуре нужен. Как я могу это объяснить? Но я лично считаю, что ничего население не добьется, потому что если власти решили, так и будет. Вы не хотите к консенсусу прийти, чтобы здесь было для людей? Здесь было для людей, только разного понимания. Знаете, я вам отвечу почему. По кочану. Вот и все. С вами это невозможно. Вот, ваша, вот вы фанатик. И вы одурманены опиума. Вы одурманены опиума. Я православный что? Русский. Кто какой? Мне что сказал? Так, какой вы православный, если вы вот против храма? Вы уже, вы уже начинаете. Православный человек не будет против храма никогда. Оскорбление начинаете. Православный вы человек очень кто? Воинственный. Вы очень воинственный. Вот смотрите, все люди здесь всю неделю отстаивали сквер. Вот эти земли общественные, и никто с общественностью не советовал. Давайте строить школы православные, тренировочные залы православные. Не хватает нам в городе, правда? Не хватает ни школ, ни тренировочных залов. Так с Божьей помощью будут строиться, если будут вы с Божьей помощью. С православным сознанием. Не надо с Божьей помощью. Не надо с Божьей помощью. Вы построите сначала вместо храма. Навальнистскими штучками. Причем тут если ничего строится не будет. Не надо нас сразу обзывать. Давайте оттесним. Вы где живете? Скажите вашу прописку. Ну вы откуда? Вы скажите, откуда вы? Он из Москвы. Ну, вы ну из да, Москвы? Ну я из Москвы, ну и что? Ну и что вы сюда приперлись-то? Что ты приперся-то? Вон, все, фу, вон, вон! Я приехал, нет, я пообщался с людьми, которые почему-то настроены, которые, видать, обмануты навальнятами. Людьми, которые пропагандируют ЛГБТ сообщество. Это люди, которые хотят развалить Россию. Это Навальный. Это Навальный, и все им будем говорить, которые его поддержат. Я не местный житель. Это понятно, да. Не имею права решать, это храм видели. Но, как я православный христианин, ну, лучше бы храм достать. Главное, чтобы люди нашли язык друг друга, чтобы согласились. Вот это самое важное. Разбить окно! Я ищу таких, как я, сумасшедших и больших, сумасшедших и смутных, yeah. А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь, мы уйдем отсюда прочь, ведь мы уйдем из зоопарка, oh. Ведь мы уйдем из зоопарка.